чтобы стать мстителем, есть какие-то пробы или собеседования? Просто будь дружелюбным соседом-человеком-пауком. Бомбочка! И держись поближе к земле. Ты Человек-паук из Ютуба. Можешь призвать армию пауков? Нет, нет, конечно. Его ты тоже знаешь? Я стырил его щит. Я примерю костюмчик. Как влитой. Толстосумом вроде Старка. Плевать на нас. Мир меняется, парни. Пора и нам измениться. Это оружие ужасно опасно. Слушай, Питер, забудь про летающего монстра. С этим есть кому разобраться. Паром для бандитов ушел в 10:30. Вы опоздали! Нет, 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 нет! Если бы кто-нибудь умер. Я просто хотел быть как вы. Ты должен быть лучше. Верни мне костюм. Но я никто без костюма. Если без него ты никто, ты его не достоин. Я облажался. Перестань взваливать на себя все проблемы этого мира. Я хочу, чтобы ты понял. Я пойду на все ради моей семьи. Уверен, ты понимаешь, о чем я. Не лезь ко мне. Я убью тебя и всех, кого ты любишь. Там же люди! Стервятник на свободе. Я должен его найти. Человек-паук. Возвращение домой. Главное, не делай глупостей. Я смогу. Договорились? Да.